На заседании межведомственной комиссии по погашению налоговых задолженностей в этот раз пригласили 26 организаций, представители которых постарались объяснить, по какой причине возникли долги. Ситуации у всех разные. Расчет размера арендной платы, который согласован в договоре аренды, и увеличила более чем в 4,65 раз размер арендной платы в год со 177 тысяч до 806 тысяч в год. Ну, так я примерно говорю, то есть существенно, да. И это увеличение возникло в связи с тем, что был применен для расчета размера арендной платы иной подход, который не согласован в условиях договора. Председатель окружного совета депутатов Татьяна Одинцова отметила, что работа с налогоплательщиками в округе проводится регулярно. Выслушивают всех и каждому стараются дать возможность исправиться. Основная часть задолженности приходится на арендную плату за землю и земельный налог, НДС и НДФЛ. Если вернуть средства в бюджет, должник не торопится, его дело передается судебным приставам. Мария Шматкова, Екатерина Крамар, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».